Предобручивай церковь, Деву Чистую, благослови обручение сие, и соедини, и сохрани рабы твои сия в мире и единомыслии. Тебе подобает всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Помощи восприятия рода человеча. Самого Господи Боже наш, по славе истину в наследие Твое и обетование Твое на рабы Твоя, отцы наши, коим что роди и роди избранное Твоя, призри на раба Твоего Григория, на рабу Твою Евдокию, и тверди обручение их в вере и единомыслии истине и любви. Ты бы, Господи, показал и седатися обручению, и утверждатися во всем. Перстнем дадися власти Осипу в Египте, перстнем прославися Даниил во стране Вавилонской. Перстнем явися истина Фомары, перстнем Отец наш Небесный, щедро бысь на Сына Своего, дадите поглаголит перстень на десницу Его, и заклавши тельца опитан, многоярше возвеселимся. Сама десница Твоя, Господи, Моисея, вооружив в чернем море, словом бо Твоим истинным небеса утвердишися, и земля основася, и десница раб Твоих благословится, словом Твоим державным, и мышцею Твою высокую, самую уба и ныне владыка, благослови перстни и положение сие благословением небесным, и ангел Твой да предидет пред ними вся дни жизни их. Яко Ты иси благословляя и освящая всячески, Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Братья наши,
помнящи, молимся, благохрани мистрине наше, и областях, и воинстве, и яда тихое, безмолвное житие пожене во всяком благочестии и чистоте. Еще молимся, рабе Божий, Григорий и Евдокии, обручающихся друг другу. Еще молимся за всю братью и вся православные христианы. Милостивый человеколюбец Бог, еси, тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Блаженны все боящиеся Господа, Amen.
Отца, да, на Своем человеке любившим, преобрази в ней, благослови в ней, и раскиньте ей множество, и обладайте землею, я пою ей, любви землю, будь показав ей сближение, всего бы ради оставит человек отца своего и матери, прилепится жене своей, и будет от два в плоть едину, еже Бог сближит человек, да не разлучает, и же раба твоего, раба благословивый, и разверзли мужество осадины, отца мужества языком сотворивый, и же Исаака, ревец, и даровавый, и множество, и я благословивый, и же я творотиме сочетавый, из него 12 патриархов показавый, и же и Осипа, и Айсенеху, сопреки, плод детотворения им, и хлеба его на себе даровавый, и же Захарию, Елизавет, Елену, и тысячу рождения их показавый, и же отворение Исеева, по плоти израстивый, преснодеву, и из нея воплотивый, сей родивыйся, во спасение рода человеческого, и же за неизреченный твой дар, и новую благость, пришед в кану галилейскую, и тамошний брак благословимый. Да я вижу твоя воля есть законное супружество, и еже из него, чадо творение, солдаты просветы, прими моление на островов твоих. Я пожелал бы из тех пришедших тебе, видимо, твоим предстательством благослови брак сей, и подашь рабов твоим всем, Григорию и Евдокии, светило на небеси,
Для Тебе, в Тебе, Господи нашим, с Тобою же слава, держава, честь и поклонение безначальному Твоему Отцу и животворящему Твоему Духу, ныне и присно и во веки веков. Читай раба Твоего сего Григория и рабу Твою сию Евдокию. За ней от Тебе сочетывается муж и жена, сопрези их единомудрие, венчай я, как плоть едину, даруй их плод чрева, благочание восприятия, яко Твоя держава и Твоя есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Венчается раба Божия Евдокия, рабу Божию Григорию, Христос, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже наш, славою и честью венчаем. Господи Боже наш, славою и честью венчаем. Господи Боже наш, славою и честью. Thank you.
уморая старый человек отца своего и матери, и прилепится к жене своей, и будет одна в плоть единую. Тайна сия велика есть, а же на волю во Христа и на церковь, а бачи и мы по единому пильно свою жену сильно любит, якобы и себе, а жена но боится своего мужа. Господь, услышав святого Евангелия, мир всем. Иоанна, святого Евангелия, чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе. Примену на враг в ткани Галилейской, и для мати Иисуса в отру, звал же в исте Иисуса ученик Филиппа на враг, не доставши вину глагола мати Иисусова к нему, вина не ему. Глагол ей Иисус, что есть мне и тебе жену, Люба, прийди час мой, глагола мати его слугам, лежащий глаголит вам сотворите, века же того на носа камень и шесть лежащих вам, очищение иудейству, вместящие под вами литрием, мера. Глагола имеет Иисус, наполните водоносы воды, и наполнившись их, и наполнившись их до верха, и глаголы им вычерпните до них, принесите архитриклинами, и принесоша, яко же вкуси архитриклин вина, бывшего от воды, и не ведешь, и откуда есть, слуги же ведику, почерпшие воду, пригласи жениха архитриклины глагола ему, всяк человек прежде доброе вино полагает, и когда убьются, тогда худшее. Ты же сотворил еси доброе вино на селе, сие сотворил чадом знамением Иисус в Кане Галилейской. Яви славу Твою и веровавши в Него ученицы Его. Thank you.
славится Царство Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно. Исаия ликует. Женише, якоже Авраам, и благословился, якоже Исаак, и умножился, якоже Яков, ходя и в мире, и делая правде заповеди Божия. Господу помолимся. Боже, Боже наш, пришедший в Кану Галилейскую, тамошний брак благословимый, благослови рабы Твои сия, Твоим промыслом к обручению брака сочетавшиеся, благослови их воды и своды, умножи во благих животных, восприми венцы их в Царствие Твое, нескверные и непорочные, и ненаветно соблюдай во веки веков. Отец, Сын и Святые Духи, Всесвятая Единосущная и Живоначальная Троица, Едино Божество и Царство да благословит вас и да подаст вам долгожитие, благочадие, преспение жизни и веры, и да исполнит вас всех сущих на земле благих, да сподобит вас
и обещанных благих восприятия молитвами Святой Богородицы и всех святых. Сами ныне разрешение сих венцев, сочетавшихся друг другу, благослови, и сочетай их нерастерзаемо соблюди, да благодарят всегда все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, во веки веков. Пресвятая Богородица, спаси нас. Родители, подойдите, пожалуйста. Все, пока здесь ничего.